бесстрастные и душевные личности. Из этих людей получаются хорошие семьянины. В вопросах воспитания детей они ответственны и заботливы. Эти люди любят комплименты и ухаживание. Способны генерировать оригинальные идеи во благо. Имеют отличную репутацию среди сверстников и друзей. Вдумчивые, трудолюбивые и восприимчивые личности. Это эмоционально чувствительные и доброжелательные люди. Эти люди имеют большой творческий потенциал. Наделены крепким физическим здоровьем. Они стараются не допускать лишнего при окружающих. Они поддерживают корпоративный дух и культуру и этику. Часто это задумчивые личности и обладают своенравием. Умеют делать прогнозы на события, духовные личности. Они стремятся получить желаемое любыми средствами. Верят в свою победу и не поддаются на внешние провокации. Они приносят пользу всем окружающим людям. В юности у этих людей проявляется неосторожность. Это пунктуальные, вежливые и нерешительные личности. Эти люди хотят быть красивее или умнее других. Лидеры по натуре любят находиться в центре внимания. Они умеют говорить правду, не задевая чувств других людей. Эти люди не зацикливаются на своих проблемах. Они остроумны, любят жизнь и смотрят на мир философски. В молодости они отдают много сил и времени учебе. Они не позволяют вмешиваться в отношения посторонним. В юности им редко удается распознать истинную любовь. Эти люди подают себя обществу только в лучшем свете. Эти люди берутся за сложные задачи и безупречно выполняют их. Это мудрые и воспитанные личности. Эти люди притягательны для противоположного пола. Интересные собеседники высказывают точно свое мнение. При рождении они получают много талантов и способностей. Эти люди наделены природной проницательностью, не терпят инакомыслия и недосказанности. Они способны стать успешными предпринимателями. Эти люди любят новшества и минимализм, обожают комфорт. Они охотно поддерживают корпоративную культуру и собрания. Чувствуют мотивы и действия других людей. Эти люди любят действовать в команде. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.